шикарная погода, отличный результат. Была бы такая погода, я бы себе побыстрее бы все это дело посадил. Почему? Потому что теперь уже есть то, что мне было бы необходимо. Дело-то в чем заключается? Я приехал сюда на шоссе Холмогорского 3 и заказал себе теплицу. Сделали просто супер. Как сюда доехать? Объясняю всем. За моей спиной шоссе Космонавтов. Оно соединяет улицу Магнитную и выезд в сторону города Челябинска. Опять же, за моей спиной, вот в оконцовке, улица Полевая. А дальше сюда уже идет шоссе Холмогорского. Проехать очень недалеко, ровно 150 метров. И поворачивать направо. Повернули направо и приехали сюда. Но сюда мы приедем сегодня не за этим, потому что нас попросили, а мы и должны были вам показать, какие здесь низкие цены на стройматериалы. Ну так что же вы хотите? Мы вам показывали, как делаются евроремонты. Да, показывали. Так вот, пока вы не такой крутой, как Перец. И спросите, сколько вы времени в этом ремонте живете? Час после сна и час до. Нужен вам такой результат, решать вам. Но что дальше-то? Нормальный человек живет в саду, огороде, либо на даче. Там он экономит на продуктах. И там ему лучше. Так каков результат-то? Хотите круто? А для кого? Хотите нормально? И мы вам гарантируем, есть такое место. Стройматериалы на Холмогорского 3. Я так понимаю, что вы приехали из Челябинска? Да, попутно. Попутно, да? А вас интересуют здешние цены. Какие здесь цены? Ну, хорошие цены. То есть нет понятия ни кризиса, ничего. Нормальные, обыкновенные цены, которые были раньше, ничего абсолютно не поменялось. Ну, я не вижу, что менялось что-то. Спасибо. То есть как было, так и осталось. Да, из Челябинска приехал человек. По сути, понять-то надо. Наши цены, и они круче московских. А так ли это? Если свой нормальный магазин, и он не в аренде. Так вот, мы же, по сути, сами платим за аренду. А может, не будем ее платить? И можно делать здесь, на Холмогорского 3. Так вот, о чем мы говорим. И, честно говоря, я бы часть своего времени мечтал бы провести рядышком с землей. И пусть это будет дача, пусть это будет дом, или пусть это будет сад, без разницы. В то же самое время я прекрасно понимаю, чтобы мне не хотелось крутиться и раскручивать и показывать вам евроремонт. Евроремонт у меня в своей квартире сделан. Все остальное, по сути, должно быть недорогим, качественным и служить очень-очень долго. Потому что, по сути, событий. Как часто мы бываем дома? И как часто вы дома бываете? Ночью бываете дома? Потому что утром на работу и вечером поздно только домой приходите. И если еще успеете, покушайте. А на саду-то всякое интереснее. Там по большей части времени вы находитесь. Что касаемо того, как ваш сад оборудовать. Вот мы приехали сюда, на этот замечательный рынок. И показываем вам все абсолютно недорого. То есть линолеум недорогой. Пенки всяческие разные. Пароизоляционные тоже здесь. Пожалуйста, за моей спиной небольшое количество. Хотя, в принципе, достаточно большое количество. Это с этой стороны, а там еще и с той стороны есть. Различные обои. Пожалуйста, сюда заходим, то же самое, надо что-то сделать, вон там, посмотрите, сантехника, другие вещи, недорогие, естественно, сюда заходим, то, что нужно было, и подвесы для ворот, и щеколдочки всякие, кстати, чтобы фанаты не лазили туда, где ваше хозяйство расположено, вот, вы можете себе купить замки. Недорогие, посмотрите, недорогие. Если не хотите, чтобы кто-то залез, пожалуйста, чуть посерьезнее замочки. Вот. Ну и самое главное. Вот. Багеты, пожалуйста. То, что нужно было бы для вашего хозяйства. Вот это, пожалуйста. Покупайте канаты или цепочки. Кстати, цепочки может и собаку на них посадить, а может быть и еще что-то достать из огорода. Ну, как оно? Здорово! Все, что нужно и незадорого, есть здесь. А вот теперь про евро. Я сделал евроремонт, руководствуясь главным принципом. Евро – это, по сути, еврейский ремонт. А я на 25% из еврейской сути, настроенный на гагаузах и чувашах. И вот это от меня не отнять. Теперь про мое качество. Я сделал еврейский ремонт, руководствуясь главным принципом. Не спереть мое, по сути. Сделать только то, что я сказал, и без паники. И в результате за 3 месяца ремонт был сделан.
из спёртого все магниты на холодильнике, сковородка и кастрюля, и часть инструмента, слямзиного Денисовым Виктором. И 15 человек, спившихся из-за того, что украсть-то нечего, и кривые понты квартирного вопроса, не понявшего суть проблемы. К слову о евроремонте, да? Еврейский ремонт, я бы так сказал. Потому что хочется сделать красиво, но не хочется попадать в денежные средства. Это можно сделать вместе с вами? Да, у нас есть всевозможные вот смеси сухие, то есть это клей, штукатурки, шпаклевки, всевозможные смеси, которые отечественного производства и не очень дорогие. То есть цены у нас доступные для того, чтобы сделать ремонт как в саду, так и в коттеджах, и в домах. Но цена выгодная, и за этой ценой надо ехать к вам. Да, конечно, приезжайте, у нас цены доступные, выгодные, зависят от количества. То есть, если я беру много, то... Чем больше, предположим, 25-30 килограмм, тем дешевле смесь, тем выгоднее ее купить. Вот так-то вот. Хотите качество — только сюда. Хотите качество дешевое — тоже. И, к слову, о евро. Мои приятели-татары сделали евро за несколько лет. У меня столько времени не было. Знал бы, чтобы здесь все можно было бы купить, приехал бы сюда. Но не это о ремонте, потому что сюда едут садоводы. Мы, значит, заказывали здесь беседку в сад. Вот пришли предоплату сделать и приобрести еще в сад затирочки всякие, цемент, прочее. Как здесь цены-то? Цены реальные, доступные пенсионерам. Мы пенсионеры, нам цены доступные. То есть нет желания никуда приезжать, где-то там центр? Нет, просто сюда приезжать. Объездная дорога очень удобная, очень хорошо, нам нравится. Спасибо представителям, которые открыли этот рынок. Очень нравится, очень хорошо. К слову о беседках и к слову о парниках. К слову о том, что делается для дома, и вот оно вызывает хроническое недопонимание жены. Ничего, скоро и мы вам грамотно объясним, как в случае не такой близкой жары, и будет ли она на Урале непонятно, показать вам, что теплицы — это не есть перегретая суть вашей проблемы. Так вот, эта суть будет позже. Мы о количествах товара поговорим. Почему вам сюда необходимо зайти? Посмотрите за моей спиной. Товаров очень много, товары дешевые. Вот. Вы находитесь где? Где? Вы находитесь на селе, либо на даче, либо это сад, естественный вариант. Вот. И в результате какой канал вы будете смотреть? Вы не будете смотреть кабельное телевидение, уж поверьте мне. Вы будете смотреть эфирный канал. Что для эфирного канала? Все то же самое. Ставите кабелечек, приносите свой замечательный телевизор и вот РК-шный кабелечек. Также антенку наверх и смотрите замечательный дециметровый канал, телеканал «Звезда», на котором мы с вами и общаемся. Теперь вопрос, а как сюда привлечь клиентов? Ну вопрос-то правильный, это ТВ, круче нас-то и не бывает. Ну как же себя не похвалить-то? Но то, что я увидел в обыкновенный понедельник и такое количество покупателей, которые в субботу и в воскресенье в крупных центрах ты не увидишь. Так в чем секрет-то? Как вы людей привлекаете сюда? Меня интересуют другие цены, потому что ну, тут рядышком магазины, они все это дело продают. Но люди-то предпочитают вас. Почему? Потому что у нас небольшая накрутка на наш товар. Ну и общение с покупателями. А, вот вы так вот общаетесь, да, с ними? Объясняем, подсказываем, что как лучше сделать. И подешевле в том числе. Да, и подешевле. Ну и для пенсионеров есть скидочка. И если у вас есть то же самое, то это хорошо. Если вы понимаете, как привлечь клиента, которого нет, тоже. Но что вам делать, если то и другое есть, а клиента-то и нету? Ну обращайтесь, и потом конкурент, который рядом-то и есть, поймет всю суть телевизионной рекламы. Вот и в этом-то наша цель – показать вам то место, где вы не тратите деньги. Потому что это наше правило. Извините, но рассказывать про то, что где-то какие-то космические цены, это не про нас. Это вот другие передачи там на других, естественно, телевизионных каналах. У нас канал правильный, телеканал «Звезда». Вот. Мы работаем исключительно для вас. И показали вам, что здесь никаких таких дорогих цен нету. Как сюда приехать? Никаких проблем нету. Шоссе Холмогорского, 3. Ну, это хорошо, когда нас так любят, представляете, да? Доехать абсолютно несложно. Проспект Космонавтов, или не помню, как он называется, он соединяет улицу Магнитную с выездом в сторону Челябинска. За моей спиной, полевая,
еще чуть-чуть за моей спиной тюрьма наша. И вот только отсюда и направо шоссе Холмогорского. Так что приехать сюда абсолютно несложно.